из пятиэтажек постреливает снайпер. Командир, впереди что-то как блеснуло. Правее, пушка! Без прикрытия не пройти, но даже при этом складывается ощущение, что сопротивления уже почти нет. Бойцы Донецкой Народной Республики усиливают внимание, потому что из каждого окна могут начать стрельбу. Быстренько, 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 за стеночку, побежали. Только сейчас становятся видны следы повреждений от танковых выстрелов. Благо, дом покинули все жильцы задолго до зачистки. Снайперы и бойцы батальонов Украины, по всей видимости, пожелали ретироваться в неизвестном направлении. Пожалуй, начинается самая сложная фаза — зачистка девятиэтажного здания и этого квартала города Углегорска. Первый подъезд. Бойцы ДНР уже занимают первые этажи девятиэтажки. Наблюдающие замечают спешно покидающего позиции противника. Здание ориентировочно, уже никого нет. Сейчас пройдут, посмотрят, может, остались раненые. То есть здесь еще не было бойцов ДНР, то есть вы первые? Здесь не было бойцов ДНР, мы первые. И с другой стороны заходит группа Моторолы. Вы слышите стрельбу, они там тоже зачищают. Насколько мы знаем, поляки, вот 70 метров пансионат, выскочили отсюда от нас и побежали на Моторолу. Операция по зачистке центра.